Начало было очень такое нервное. Все хотели показать новому тренеру. Большое желание было у команды, у нашей. В принципе, инициатива на нашей стороне была. Соперник видно, что тоже очень организованный, тоже хорошо готов. Потом немножко выпустили мы, сравняли счет, но хорошо, что ребята разобрались на буллитах. Спасибо им, вратарю нашему тоже. Всех с победой. Ну, игра была кость-кость, как все видели. Хороший матч такой, боевой. Установка, ну, выходите играть от простого для начала, а там уже как пойдет, война план покажет. Ну, что, очень понравился матч. Атмосфера на трибунах, как всегда, бомбовая. Очень рад всех видеть. Это вообще без исключений. Сюда приезжаешь, как на праздник. Целый год ждешь этой игры. Так что, не знаю, опять эмоции, куча целая. Столько, не знаю, прям бомба-бомба. Ну, что еще? Не знаю, ну повезло сильнейшим сегодня, так что Сару с победой, болельщиков всех тоже, будем тренироваться.